Значит, привет, друзья. Также 10 октября. Значит, второй вариант зимовки. Значит, этот вариант я впервые пробовал в прошлом году. Это верхняя вентиляция. Значит, что здесь? Здесь закрыто дно. Наглухо закрыто дно. Пустой корпус. Москитная сетка. Сейчас тоже здесь буду ставить, значит, вентиляционные заглушки, как и в прошлой семье. Значит, чем понравился данный способ? Также тоже сырости, плесени не было. Ну, скажем так, осып был подмор. То есть верхние рамки были вообще сухие, все идеально, сами соты. Значит, нижние бруски рамок, вот за счет того, что осыпался подмор, не было пустого корпуса, и нижние брусочки пошли плесенью. И одна рамка, кусок сота был в плесени. Но я показывал прошлый год, то есть можете посмотреть на канале, найти ролик. Я показывал, как я зимовал с верхней, вот, собственно говоря, вентиляцией. Поэтому теперь уверен, такого не будет, потому что пустой корпус – это действительно очень важный элемент при любой зимовке в ульях из пены, закрытым либо открытым дном. Вот, но, значит, этот год, я говорю, сделал выводы, зимую с пустым корпусом. И сейчас поставлю вентиляционные заглушки и еще немножечко кое-что обсудим, поговорим. Так, смотрю, ну помимо вот отсутствия плесени, сырости и прочего-прочего в больших объемах, потому что то, что было, ух, смотрите, сколько они заполисовали, как, сколько здесь прополиса. Так, давайте-ка я, наверное, сейчас заменю москитную сетку на свежую. Прополис соберу. Раз в этом году с медом не получилось, так вот прополиса немного соберем. Тоже дело полезное. На зиму сделаем спиртовую настоечку. Милое дело. Души. Ты воск, конечно, есть, правда, ну, не чистый прополис, но тем не менее. Ну, тоже так смотрю по кормам, кормов хватает, но что будет дальше, посмотрим. Дальше будет видно. Вот таким вот образом. Значит, что еще понравилось при зимовке таким способом? Понравилось то, что, например, несмотря на прошлую зиму, теплую, очень теплую, например, даже были температуры там и 5, и 10, и 10 градусов, вот реально, да, семья ровно сидела в клубе. То есть при других семьях, в других зимовках, вентиляциях, было, клуб распадется, потом соберется, распадется, соберется. Вот здесь вот нет, вот реально сидел плотно, жестким таким хорошим клубом. Матка сеяла только тогда, когда, скажем так, я ее попросил это сделать. То есть до последнего не было засева, пока я не положил сверху пленку. То есть заменил сетку на пленку. Только тогда матка начала сеять. Правда, матка оказалась трутовка, как я потом показывал видео, я ее менял. Но смысл не в этом. Смысл в том, что действительно не было засева вообще. Они сидели в клубе. Это где-то был даже апрель, последние числа апреля. Когда заменил сетку на пленку, матка начала сеять. То есть вы сами можете контролировать тот момент, когда это лучше сделать.
заменив сетку на пленку, вы получите тот необходимый эффект. Попросите маточку, давай, пора сеять. Ну, вот такой вот способ. Мне очень сильно понравился. Опять каждый пусть решает для себя сам, что ему лучше и как ему лучше зимовать. Это безусловно. У каждого свои регионы, у каждого свои условия, требования. Поэтому исходите только из этого, прежде чем что-то применить. Если что-то вы увидели, услышали в интернете, 20 раз подумайте, надо ли вам это, подойдет ли вам это, и потом пробуйте. Пробуйте, ищите и подбирайте для себя лучше. Значит, вот таким вот способом, с верхней вентиляцией, у меня в этом году пойдет полпасеки, за исключением одной семьи, но об этом поговорим потом. То есть полпасеки смешанная вентиляция, полпасеки верхняя вентиляция. Вот такие вот дела. Вроде бы показал, рассказал. Зимую на полных корпусах. Почему, говорил в предыдущем видео. Ну вот, наверное, и все. Пока-пока. Удачной зимовки.